Всем привет! У меня сегодня интересная такая штуковина. Называется она от известной живой фирмы SRKT. Называется она Икома Кейдаши. Видите, да? Вот такая большая пенсильная коробочка. Штуковина сама, как видите, очень махонькая. Такой эдакий брелочек. Сравнить, то вот такая штучка. Я просто увидел на просторах Ганзы такую штуковину от самого мастера. Ну это как вроде бы как клон или по дизайну этого Кейдаши Икомы. Вот такая штуковина. То есть основное предназначение — это вроде бы как брелочек. Но брелочек такой интересный. Начну по порядку, как обычно. То есть отщелкивается сталь. Сейчас я не помню, какая здесь. Ну, очень простая. То ли 8C там бла-бла-бла, то ли... Ну, не помню уже. Asus 6, не помню. Штуковина очень интересная. Нажимаете вот сюда. Отстреливается. То есть либо если у вас эта штуковина будет висеть на ключе, да, вы ее, она в боевой готовности, как говорится. По поводу хвата, то есть удобства. Ну, здесь самый оптимальный хват — это вот так вот. Все. То есть я бы здесь, конечно же, темлячок связал потолще, но то, что есть родное, так и есть. То есть вот все. Не так, это можно, конечно, так, но это очень опасно, то есть болезненно. И может для вас принести травму. Самый оптимальный хват — это вот так. Таким хватом можно подстрогать карандашик, вскрыть конвертик, там, не знаю, нанести устрашающие раны на физиономии соперника. Ну, то есть вот такая вот, можно сказать, штучка. По-другому ее никак и не возьмешь. То есть вот так она вставляется обратно и фиксируется. То есть очень все просто, очень оригинально. И видите, здесь Икома Кейдаши. Ну, короче, я оценил критерий удобства на 4 балла. Вы сами понимаете, такая штуковина только для... Скажу дальше для чего. Только оригинальный такой брелочек. На подарок, кстати, очень хороший вариант. Дарить человеку. Вроде бы не ножик, вроде бы и ножик. Это такая скалопендра. Практичность. Ну, как EDC, я не знаю, только, я говорю, основное предназначение того — это порезать, построгать карандашик, порезать яблочко, почистить, в принципе, удобно. Вскрыть конверт. Хотя если режущая кромка достаточно, там, 3 сантиметра, то можно в умелых руках и порезать все остальное. В домашнем хозяйстве тоже, в принципе, один и тот же — подстрогать карандаш. Как аутдорный нож. Но если чисто так повесить его, допустим, на карман, на передний карман пиджака за карабин, чтобы он висел всегда под рукой, так чисто, если на рыбаку отрезать леску, там очень, в принципе, вариант достаточно приемлемый. Основное, я говорю, предназначение его — это, я считаю, для самообороны. То есть если вы идете, то есть вышли с машины, идете открывать дом, ключи у вас в руке, на ключах висит такая штуковина. Вы держите ключи в левой руке, в правой руке, не дай бог, у вас, ну, всякая ситуация возникает. Вы спокойно извлекаете, получаете очень страшное, опасное оружие. Наточенную бритву наносит достаточно глубокие раны на мягких телах соперника. Поэтому я вот именно критерий
сам барон оценил на 10 баллов. В плане коллекционной ценности никакой. То есть, конечно, если бы у вас подлинник был от самого икомы, то это понятно, это вещь интересная. Но она и цена соответствующая. В итоге по всем позициям практичность я оценил на 4 балла. То есть по всем подразделам. Острота. Родная острота была порядка 4-5 баллов. Я ее подправлял на мусате. Читок на этом, на воркшепе. На воркшепе неудобно, так сами понимаете, очень специфичный хват. Ну вот, что получилось, то получилось, в принципе, получилось не шибко-то и ничего хорошего. Ну, то есть режет. Ну, видите, имеет одностороннюю заточку. И отсюда такой сильно не размашешься, короче. Ну. Короче, специфичный предмет, очень сложный. Заточки. Хотя вот волос предплечья сбривает без проблем. То есть, видите сами. По затылку не скользит, но под определенным углом скользит. Если подставить под 45 градусов, то не скользит. Ну, попробую такую рубку. Ну, видите, вот в принципе, смотрите. То есть я его про что и говорил, что страшно. Секущее эти носит достаточно уверенно. Ну пусть будет так и останется, 5 баллов. Если потрудиться, то получится больше. Но стойкость, думаю, тоже на уровне 4-5 баллов и больше. В плане оригинальности, да, штуковина очень оригинальная, привлекающая внимание и не привлекающая внимание, оценил на 10 баллов. Хотя это много, конечно, для такой штуковины, если бы, я говорю, была от самого икомы, ну, поставил, пусть будет 10 баллов. В плане цены, то есть он мне обошелся порядка 800 рублей. Ну, если вместе с доставкой, 1000. То есть вот такой, как говорится, девайс последней надежды для вас всего имеет цену 1000 рублей, 30 долларов. В плане изготовления, ну, тут замечаний никаких нет, тут что простая железяка, все четко подогнано, заточено, ну, единственное, с заточкой. Не знаю, я бы сделал двухстороннюю заточку, но так был дизайн мастера, поэтому так совершили. И в итоге мы набрали 47 баллов, хотел сказать долларов, 47 баллов. Первоначально было 46, это было 123 место со 49. Ну а сейчас это порядка 110 места, ну уже 167. Так что вот такая вот штуковина есть у меня. Чтобы знали, что есть такие ножи. Всем спасибо. Bye-bye.